Доброе утро. Я напомню, что вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. И по-прежнему этот день вместе с вами встречаем мы, Степан Арефьев, Марина Гез. Да, и сегодня у нас денежный день, я напомню. Да, ну а 27 ноября, в день благотворительности, в Челябинске состоится вокальная битва любителей караоке. «Искорка» фонд объявил набор команд для участия в караоке-турнире. Да, ну и более подробно поговорим в студии. У нас Наталья Широкова, руководитель социальных проектов благотворительного фонда «Искорка». Доброе утро. Доброе утро. Наташа, рассказывай. Да, расскажи, что же это за караоке-турнир такой? Это замечательное мероприятие. Мы зовем команды от 8 до 10 человек. Это может быть как и предприятие, так и горожане. У нас сейчас вообще так развивается. Горожане сами приходят, индивидуальный взнос дают и свою команду образуют. И поют песни. Приходят, поют песни. Причем стесняться тут вообще не надо, потому что командные песни... Петь могут те даже, кто петь не умеет. Ну, конечно, можно рот открывать. Микрофон будет один на всю команду. Все весело, здорово поют, надеясь друг на друга, что кто-то... Вот общий хор получается всегда красивый. Угу. Жюри у нас компетентное довольно-таки. Наташ, подожди секунду. Да. Подожди. Вот смотри, как я понимаю, команда из 8-10 человек. Да. Сколько команд, сколько участников? Вообще может быть 10 команд. До 10, да? До 10, да. Но будет 11-е, мы все равно посадим. Вот. Они делают взнос в здоровье детей, мы так это называем, поют во имя здоровья. Каков взнос? 12 тысяч рублей. С команды? А индивидуальный, да, с команды. А индивидуальный, если вот я одна хочу прийти попеть, это 1000 рублей. Вот. Логично. Вот, хорошо. А они приходят, они делают взнос, с удовольствием поют, надеясь на то, что там кто-то поет. Да, кто-то поющий в команде есть. Жюри, там еще и жюри, да? Там еще и жюри. Хорошо, есть. Вот давайте к жюри. Жюри вообще компетентное. Я открою маленькую же занавес тайны. Например, вот Александра Парыгина, которая прекрасно читает у вас гороскопы, и поет... Согласилась? Будет, да, в жюри у нас. Вот, она уже знает, кто победил. Конечно, звезды ей уже сказали. У нас вот прям уже определяются. У нас много турниров. Ну, можно и есть любители собрать, петь, есть любители погонять на картингах, есть любители в боулинг поиграть. Мы вот, подумаем, Наташа, может быть, заявимся. Да, Наташа, смотри, а вот «Щедрый вторник» это другой проект, правильно? Это вообще Всемирный день благотворительности, «Щедрый вторник». В этот день как раз... Удобно заявлять такие вот денежные проекты, как раз тема сегодня такая. И все придумывают мероприятия в рамках вот этого «Щедрого вторника». Нас можно будет увидеть на сайте «Щедрый вторник». Угу. Вот он по всему миру. И в этот день проводят много-много-много-много различных мероприятий, направленных на привлечение... Тоже благотворительное мероприятие, да? Мероприятие. В котором уже может принять участие каждый житель. Да, каждый житель. Мы поэтому и говорим, будьте щедрыми. Да, будьте щедрыми, хоть 100 рублей, хоть сколько-то. В этот день можно просто помочь. А будут какие-то точки у вас в городе? Вы еще не распланировали этот день? У нас, в принципе, точек очень много в городе. Особенно большие в торговых центрах, где можно подойти и сделать свой вклад. У нас стоят большие, заметные такие вот ящики для пожертвований. Вот можно быть щедрым легко. Можно прийти, вот знаете, к нам, в принципе, в офис можно прийти. В этот день? В этот день. У нас есть и ящичек, у нас можно помочь салфетками, любыми средствами гигиены. То есть каждый по-своему. Вчера вот, например, у нас дверь просто не закрывается, честно вам скажу. Приходят люди, приносят малоежку, это для тех, кто не кушает, допустим, прямо вот пакетами. Кто-то приходит, говорит, хочу быть волонтером и помогать временем. То есть щедрым можно быть по-разному. Вот. Смотри, Наташа, а каким-то конкретным детям помощь нужна? Или разные дети? И маленьким, и большим? И маленьким, и большим. У нас мы говорим все время от 0 до 18. От 0 до 18? Да, есть и прямо месячные ребята в отделении. Которым нужно помочь. Да, вот всякие. Ну вот... как бы как раз тоже спеть можно, вот поучаствовать по-своему в развлечении, это же тоже. Конечно. Да, себе удовольствие и детям польза. И детям помогут, да. Мы поэтому очень любим такую благотворительность, где не просто дайте. А еще и получите. А просто получите удовольствие. Подпойте вместе с нами. Посмотрите, как это здорово. Это не страшно, вот настолько... Кстати, люди сейчас очень сильно боятся, когда страшные истории какие-то рассказывают. Они говорят, нет-нет-нет. Вот. А когда вот такая добрая, позитивная вещь,
то участвовать приятно и легко. Да, и поверьте, на душе становится теплее. Вот сразу, так что приходите самого, петь. Да. Постараемся. Хорошо. Ну что ж, вам желаем, Наташа, удачи, чтобы все прошло хорошо. Напоминаю, в студии у нас была Наталья Широкова, руководитель социальных проектов благотворительного фонда «Искорка». Да, ну что ж, а мы продолжаем тему эфира «Денежный день». Как привлечь в семью богатство? Свои способы расскажут горожане. Давайте и мы узнаем.